сухое кокосовое молоко. Здесь в упаковочке содержится 300 грамм этого порошка, 300 грамм на литр примерно молока хватает. Консистенция порошка такова, что он прекрасно размешивается с водой и моментально получается однородное, густое, вернее, концентрированное такое кокосовое молоко. Значит, порошочек вот такой консистенции. Молоко используют для приготовления тайских блюд, например, для супа том-ям, а также его можно использовать для добавления в чай или в кофе. Кофе получается очень вкусным, с таким нежным кокосовым привкусом. Вот такое вот молочко. Это молоко вы всегда сможете купить на площадке нашего интернет-магазина «Аптека Тай». Приятного аппетита!